Семейство каблучков Mercedes-Benz Citan перешло во второе поколение. Как и в прошлый раз, Citan делали на основе Renault Kangoo, но теперь немцы не просто клонировали уже готовую французскую машину, а участвовали в разработке с самого начала. Начать хотя бы с дизайна. Конструкция кузова, конечно, у Renault и Mercedes общие, но вся передняя часть Citan оформлена иначе. Отличаются даже задние бамперы и фонари. Салон Цитана и вовсе оригинальный. Тут мерсовские круглые дефлекторы, свой руль и мелкая фурнитура. Даже правого подрулевого переключателя по мерседесовской традиции нет. Фургоны в рабочих комплектациях оснащены скромно. Стрелочные приборы с монохромным экраном, обычный кондиционер и кнопочная магнитола. В версиях побогаче будет и цветной дисплей на приборке, которого нет у Рено, и двухзонный климат, и кнопочный запуск двигателя, и мультимедийка MBUX с голосовым управлением. Задние двери сдвижные, а диван, как и у Kangoo, разделен в пропорции 2 к 1. К слову, пока представлена только модификация со средней базой, а позже будет удлиненная, включая чисто грузовую, комбинированную и сугубо пассажирскую с тремя рядами сидений. Французскую платформу CMF немецкие инженеры сильно переработали. Перенастроен усилитель руля и подвеска. Передняя типа Макферсон и полузависимая задняя. Интересно, что пассажирским Цитанам достанутся дисковые тормоза, хотя у всех Kangoo сзади только барабаны. На выбор предложен бензиновый турбомотор 1.3 совместной разработки и 1,5-литровый дизель. Хотя у последнего три варианта мощности доступны только для фургона, а пассажирский Citan Tourer может быть только 95-сильным. Выбрать 7-ступенчатый робот могут покупатели самых мощных версий, а остальным положена 6-ступенчатая механика. Электрический e-Citan готов пока в виде прототипа. У него 100-сильный электромотор на передней оси, а под полом тяговая батарея на 44 кВт-часа, заряда которой хватит на 2,5 сотни километров. В продажу электричка поступит в 2022 году, одновременно с братцем Renault. А еще в следующем году свет увидит Mercedes-Benz T-класса, то есть аналог Цитана с улучшенным дизайном и оснащением. И у него тоже будет электроверсия — EQT. Скорее всего, из всего семейства в Россию привезут именно T-класс. В Германии же Цитаны поступят в продажу в сентябре. Самый дешевый фургон должен стоить менее 20 тысяч евро, то есть примерно на 3 тысячи дороже Renault Kangoo. И еще, выпустив Цитан, разработки новых коммерческих моделей с ДВС Mercedes сворачивает. То есть нынешние автомобили продолжат выпускать и модернизировать, но следующие поколения будут уже только электрическими.